28 февраля жители города могут принять участие в конкурсе «Лучший двор в России», сообщает в телеграм-канале Ленинского района. Цель конкурса – повышение качества управления многоквартирными домами. Принять участие может любой желающий – собственник или наниматель помещений в МКД, член совета многоквартирного дома или ТСЖ, а также представитель управляющей организации. Достаточно направить заявку по опубликованной в телеграм-канале ссылке. Как подать заявку на карту жителя Самарской области, объясняет в телеграм-канале промышленного района. На текущий момент подать заявление можно в двух банках, а также на портале «Карта жителя Самарской области». Список отделений банка-эмитента можно найти в разделе «Информация о банках». Для того, чтобы подать онлайн-заявку на получение карты, нужно нажать на кнопку «Получить» на главной странице портала в разделе «Возможности карты». Авторизоваться с помощью логина и пароля с портала госуслуг и заполнить онлайн-форму, отправив ее, кликнув на кнопку «Подать заявление». С 1 февраля с целью улучшения транспортного обслуживания поселка Зубчининовка на маршруте номер 27 Безымянский рынок, улица Транзитная, изменится расписание движения и будут работать 4 автобуса, как в будни, так и в выходные, говорится в телеграм-канале Кировского района. Начало движения от Безымянского рынка в 5:35, от улицы Транзитной в 6:15. Окончание движения от Безымянского рынка в 19:59, от улицы Транзитной в 20:39. Интервал движения в часы пик составит 17 минут, а в межпиковое время 34 минуты. Жители Советского района через телеграм-канал приглашают пройти диспансеризацию. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Гражданам в возрасте 18-39 лет один раз в 3 года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги.